Всем привет! Мы получили новую поставку костюмных тканей, пора готовиться к осени. Первая – это темно-синяя ткань в полоску. Ширина полоски 1 см. Материал очень мягкий и средней плотности, примерно 280 грамм на метр квадратный. Пластичный, покладистый, тянется по ширине, по длине и по диагонали. Тактильно ткань очень приятная и не мнется. С лицевой стороны ткань темно-синего цвета, а с изнанки черная. Ее состав 60% полиэстер, 36% вискоза и 4% спандекса. Идем дальше. Следующая ткань с таким же приятным составом – это мелкая клетка на темно-сером фоне. На ткани есть небольшой утрамбованный ворс, благодаря чему она очень мягкая, покладистая, немного тянется по диагонали и по ширине. Ткань идеальна для школьной формы, для жакетов, для юбок и для платьев в строгом стиле. Изнанка и лицо у нее одинаковые. Переходим к стильной крупной клетке. Размер данной клетки 4 см на 4,5 см. Ткань немного тянется по диагонали и по ширине. Такая клетка, кстати, подойдет идеально для любого телосложения. Мягкая, покладистая и пластичная. Эта ткань прекрасно будет в жакетах, также в брюках, юбках или платьях-футлярах. Ее корректный оттенок будет холодный темно-серый, вот такой. Следующая у нас на очереди елочка на темно-сером фоне. По плотности она немного плотнее предыдущих, 300 грамм на метр квадратный, по составу все одинаково, 60% полиэстер, 36% вискоза и 4% спандекс. Она тоже немного тянется по ширине и по диагонали и имеет небольшой утрамбованный ворс с лицевой и с изнаночной стороны. А следующая очень стильная и красивая мелкая клетка с принтом «Гусиная лапка». Она отлично подойдет для пиджака, для жилета, для брюк, также для юбки или сарафана, а также платья. Состав у данной ткани такой же – 60% полиэстер, 36% вискоза и 4% спандекса. И благодаря такому составу ткань не мнется и отлично носится. Для офисной одежды или для некоторых элементов школьной формы данная ткань будет просто превосходна. Согласны? А если вы предпочитаете больше полоску, то рассмотрите вот эти варианты. Первая полоска на светло-сером фоне, ширина полоски 5 мм. Эта ткань на ощупь немного суховата, но она также тянется по ширине, по диагонали и немного по длине. Ткань практически не мнется, и ее также можно использовать при пошиве сарафанов, платьев, юбок, костюмов, пиджаков. Будет очень стильно. Такая же мелкая полоска шириной 5 мм есть и на темно-сером фоне. В этом цвете ворсистость больше заметна, чем в светлом, но ворс утрамбованный, поэтому линять или скатываться он не будет. Зато придает ткани некую мягкость и комфортность. Цвет ткани вот такой холодный серый. Показали вам наши новиночки. Также не забывайте, что у нас очень много турецкой клетки, которая идеально подойдет для школьной формы или нарядных костюмов. Ждем вас в магазине Декабай.